Мощное усиление, турнир. Так, пока не нападали. У нас без красного играем, мощное усиление. Хилы играют. Так, мощное усиление. Это снимать гадость надо. Мощное усиление, хилы играют, да? Угу, без красного. Пока не знаю, чем играть. Мощное усиление. Поехали, чем было. Помню эту команду, мы ее тащили. Нормально так. Думать надо, да? Не посмотрел, сломанные, не сломанные тут у нас карты. Пока ходов не вижу хороших. Так жестко залетело. Бьем и чистим. Ой, даже убили. Хорошо. Хорошенечко зашло. Ты у нас простой. Ну, наверное, добьем. Нет, не добьем. Добьем этого. Сделаем вот так. Они добили. Сорок пять, ну давайте бить все равно. 900. Так, у нас сундук открытый, сундук открытый. Мелиндор по центру. Так, ты на что, Мелиндор, делаешь? Хилит, все герои получают защиту. С героев природы нельзя, он не снять, убирать все всех врагов. Зеленых нельзя снять, окей. Нельзя так нельзя. Ну и ладно, не будем снимать. 5. Соберу здесь тройку. Блин, плохо, да? С фиолетовым взорвать сразу. Ну, наверное. Вот так вот попробую. Пока можем попрокидывать. И взорвать, наверное. Так, у нас желтых вообще не набрано. Зеленых чуть-чуть. Зеленых чуть-чуть. Желтый вроде бы нашли. Не дурно. Цель подавляется. Блин. Я потом вот эту тетю не счищу. Плохо тоже дело, да? И где-то этот камень не вижу. Желтый нашел, но поздно. А, сейчас слепоту дали.
Блин, и все, наверное, да, приехали. Фиолетовый набрать надо. Черт, фиолетовый 10 камней у нас. Так, вся грязь спала. Когда мы дальше будем бить? Выживите кто-нибудь. Надо добивать его. Черт, что делать? Блин, добью, лучше добью. Живите. Повесил запрет. Ой, добили всех, блин. Что-то не срослось. Ну, сегодня такой день будет у меня, не срастающийся. Все, давайте бить, наверное, что тут ждать? Не добили. Снова эти штуки-дрюки, блин, да? Раз. Тут еще раз. Пытаемся добить. Так, камень кончился, да? Опа-на. Нормально. Надо блокировать его. Ты что делаешь? Крадет, снимаю с линии. Ну ладно, пусть крадет. Мы его выхилим, наверное. Пусть он ультанет, потом мы его выхилим.
Ну, мультика бесполезно блокировать, не будем блокировать его. Пусть он бьет, он вроде бы не страшно бьет даже. По 600, что так мало? Что так мало бьет? 1000 вроде, не знаю. Атака не порезана. Так, это был третий тапок. Поехали дальше. Два флага осталось. И вот такая сразу нам попалась команда. Ну, чистить тут, наверное, не надо, да, уже? Хотя атаку будут резать мне. Атаку чем-то можем поднять. Атаку поднять Кириллом, например. Кириллом в таком костюме каком-нибудь, да? Не в таком. Не в таком. А. В таком. Да ну нафиг. Атаку, атаку. А ты атаку поднимаешь. Регенерацию маны. Тоже регенерацию маны. Нет, ты у нас не бафаешь атаку. Плохо. Черт. Атаку не бафаешь, плохо. Ладно, поехали так. Так тоже нормально. Первый камушек. Один. Синий бы хорошо зашел. Овер ХПшка полетела, да? Наверх. Что делаем? Он у нас усиление убирает. У всех врагов. А у тебя 50% сопротивляемость. Блин, это плохо. Буду пробовать. Сопротивляемость все-таки есть. Бахнем и чиститься будем. Желтый не набрали. Еще раз. Тогда давайте этих убьем сначала. Пока он там будет долго заряжаться, очень медленно. Так, еще один минус. Вот этот дядька будет ультовать. Черт тебя побери, да? Ну, может быть, он перебросит? Мы сейчас проверим. Ага, вообще не перебросил. Не сработало. Раз, два, три, четыре.
4-то плохо. Черт, пока не канает. А у тебя не сработало. Чутка не хватает. Восемьсот. Блин, снова камня нету. Не поддается. Ты там долго у нас? Заблокировали. Надо бы камень выводить. Ну, убивайте, убивайте его. Так, его убили. Блин, снова у нас этот. Пробуем блокировать. Снова fucking щит. Реали щит. До сих пор этот зарядиться не может. Ну, блин, вы, ребят, разочаровываете. Все, тебя убили. Надо согреть его. И от Гензеля сейчас получить, да, в лицо? А тебя заряжать нельзя. Буду пробовать блокировать. Так, по нему про... О, ну... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это, конечно, хорошо, но это зарядился. Гад маленький. Сейчас он всеми ультанет. Миньонами будем вышибать из него дурь. Пока этого убьем сначала. Все, да? Теперь просто запустим, будем его долбить. Справились. Наносит 350 целей, щиты по врагам. Короче, нормально. Нормальный перец. Надо бы вообще запретить ему. Ладно, давайте оставим. Вот так вот ход. Ход-пароход. Отличный ход. Как обычно, чутка не хватает.
Так, у нас новый Ригард. Снова этот Ригард противный. Ой-ой-ой-ой, я не хотел этого. Просто хотел убить центр. Ну хорошо, сейчас почистимся. Будем убивать правых. Потому что, блин, Ригард сейчас, да, ультанет. Опа, вот так вот добьем. Чутка, чутка, чутка не хватило, окей. Это хорошо. Так, что дальше делаем? Бахай, наверное. Хотя можно было снизу собрать. Желтый. Так, надо сейчас поаккуратнее чуть-чуть. Ригарда не сагрить. Счистим слепоту. Нормально, по 600 залетело ему. Все. Сделали. Первый день. Будем смотреть, что дальше.